Салат «Мужской каприз» с фасолью – это очень вкусный и сытный салат, который подойдет как для обычного семейного ужина, так и украсит любой праздничный стол. Берите на заметку рецепт. Для приготовления салата «Мужской каприз» с фасолью понадобятся яйца, ветчина, сыр, лук, фасоль и майонез. Вот из такого просто набора ингредиентов можно приготовить салат, который, несомненно, понравится сильной половине человечества. Готовится салат очень быстро. Достаточно заранее отварить яйца, нарезать все ингредиенты, заправить и перемешать. При подаче салат можно украсить свежей зеленью, тогда он будет выглядеть еще более аппетитным. Ветчина 150 грамм. Куриное яйцо 2 штуки. Сыр 100 грамм. Лук репчатый 1 штука. Фасоль 0,5 банки, консервированная. Майонез 2 столовые ложки. Соль 0,5 чайных ложки. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ветчину нарежьте маленькими кусочками. Вареные яйца очистите от скорлупы и мелко нарежьте. Фасоль хорошо промойте под чистой водой и выложите в тарелку. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте полукольцами. Сыр натрите на средней терке. Заправьте салат майонезом, посолите и хорошо перемешайте. Салат «Мужской каприз» с фасолью готов. Приятного аппетита!